началась у нас зачистка периодическая. Мы не могли выйти из подъезда, не оглядываясь. И уже последней каплей стало то, что непосредственно к нам, к подъезду, подъехало две машины для задержания. Это было совершенно очевидно. Я позвонила мужу, сказала, чтобы они быстро выходили из дома. Они подъезд не просматривали, у нас немножко такой козырек еще был. И они буквально вот по стеночке вот так вот прошли вдоль дома. Я в этот момент смотрела, как бы, чтобы они вышли, и чтобы в этот момент к ним не успели подойти сотрудники милиции. Мы понимали, что уже как бы на нас началась охота, можно так сказать, и возможности оставаться в нашей стране у нас уже не было. Мы ночью прибыли на границу. Темно, с выключенными фарами. Нас встретил сопровождающий уже с российской стороны. Темнота кромешная, выдали нам сапоги. Я тогда упал в болото, ноги у меня были мокрые. Мы там шли, мне родители говорили: тихо, тихо. Вот. Да, нас предупреждали, что нужно быть максимально осторожными, потому что рядом с границей, что могут арестовать. В течение года мы боролись, мы делали все, что могли. В Беларуси было два наложено на меня штрафа по статье 23.34. Между судами я сидел на сутках. Дальше сидел мой сын 10 суток. Тоже по абсолютно надуманному делу, по статье 23.34. Пришлось и моей супруге окунуться во все это. Она отсидела 5 суток. Остановили машину, осудили ее за то, что у нее сзади была наклеечка BY, БЧБ цвета. Соответственно, на сутки ее посадить не могли. Задержали на 72 часа. После того, как вынесли приговор, тут же ее задержали прямо в ГУВД. И еще задержали на 3 суток до следующего суда. И дали 230 базовых штрафа. Это какие-то непостижимые для белоруса суммы. Нельзя задерживать более чем на 3 часа женщину, имеющую на иждивении несовершеннолетних детей или ребенка. Человек 5 суток провел незаконно в местах лишения свободы. Вот, поэтому я рекомендую ей обратиться в наш белорусский суд с требованием получения компенсации за незаконное лишение свободы. Сейчас мы находимся в Киеве, рядом с одним из самых престижных университетов театрального искусства имени Карпенко-Карова. Проходя мимо, я невольно вспоминаю, как я был студентом, но сейчас я нахожусь в академическом отпуске и не имею возможности учиться в своей стране. В октябре 2020 года вместе с моими одногруппниками я отсидел 10 суток. 25 марта 2021 года я вышел в майке «Живи Беларусь» на одиночный пикет от Академии искусств. После чего началось давление со стороны администрации, со стороны одногруппников. Я был поставлен перед фактом, что если я не закрою свой рот, не спрячу свою политическую позицию, что я просто не закончу курс, я не сдам экзамены, мне поставят профнепригодность, а для актера это очень страшно, поскольку если персонал академии собирается поставить профнепригодность, у тебя нет никаких шансов продолжить обучение, тебя обязательно отчислят. В соответствии с Конституцией никто не может заставить человека придерживаться каких-то убеждений или отказаться от своих убеждений, поэтому вот те действия администрации учебного заведения, вот, они противоречат не только нормам права, но и нормам белорусской конституции. Я, Малиновский Алексей Александрович, работник УАО «Нафтан» с 2001 года. Отработал 19 лет на установке «Татарей», машинистом насосов, машинистом компрессоров. Глядя, что происходит в нашей стране, непосредственно в моем городе, я присоединяюсь к стачке.
12 числа, когда было убийство Романа Бондаренко, я был в шоке, как можно выйти во двор, и тебя забьют до смерти. И уже 13 числа я вот точно так же, как сейчас, посадил всю свою семью и сказал: ребята, я больше ни одной копейки не смогу платить узурпатору на то, чтобы он покупал дубинки, следозаточивый газ и оплачивал работу ОМОНовцам. Спасибо им, они приняли мое решение, и с 14 ноября я вышел в стачечное движение. Вызывали куда только можно, то есть КГБ, Следственный комитет и так далее. Этими бумажками, да, как я их называю, повестками, ну, их можно обклеить, наверное, квартиру. Кто у нас тут делает запрос? Это, по-моему, ГУБОП. То есть они обращаются к генеральному директору Нафтана о том, чтобы те предоставили сведения о сотрудниках, вышедших в стачку, то есть непосредственно по списку. Ну, а для чего это нужно, вы сами понимаете, для чего это. Прежде всего, у людей есть право на забастовку. Когда начинают давить на тех людей, которые участвуют в забастовке, когда начинают давить на их близких, на родственников, это все неправомерно. Проблем в школе у нас не было до 2020 года. Говорили учителя, что именно к вам мы придем и будем смотреть, как вы проживаете, не пьяните ли вы и так далее. Да? Ну, то есть началось давление на ребенка. У нас попал к нам от партизан список имен и фамилий тех детей, кого хотели посетить. Мы съехали со своего постоянного места жительства, и мы меняли место проживания, и наш адрес не знали, то есть ни в школе не знали, ни на работе не знали, ни в поликлинике нигде, да. И по телефонным разговорам, которые вот непосредственно я вела с администрацией школы, то есть был от нас конкретный отказ, что в нашу семью они не войдут. Есть у граждан конституционное право на неприкосновенность жилища, вот. И в это жилище могут войти только по решению суда. Но если же речь идет о том, что это политическое давление, чтобы родители отказались от каких-то своих убеждений, то я думаю, что даже в нынешней белорусской ситуации суд не даст разрешения на вход в квартиру. Живе Беларусь! Живе! Каждое воскресенье на Майдане проходят акции. Наша семья постоянно посещает их. Это есть борьба. Также считаю, что нам нужно присоединиться к рабочему руху и плану Пиромога, так как это хороший коктейль против узурпатора. Из следующих планов это, конечно же, вернуться в Беларусь, потому что без нее очень тоскливо и грустно. Я очень хочу, чтобы мы победили. Я хочу очень сильно посетить нашу Беларусь. Победа и возвращение на родину – наши планы. Самая жесть была ў Жодзіна. Вось гэта катавальна, гэта концлагер 21-га стагоддзя. Калі мяне затрымалі, я потым даведаўся, што мама, не знаю, маці, не знаю, не ведала, дзе я знаходжуся. Я сам толькі, значыць, успеў сказаць, што мяне затрымалі, ўсё, што я ў цэнтральным РУВД і, значыць, потом вымушаны был пакласці трубку. Ось. Гэта безумоўна катаванне. Суд доўжыўся 5 хвілін. Суд цэнтральнага района, суддзя Густыр Юлія Часаловна, здаецца. Яна, значыць, яна па-руску то Густыр, то Густырь. То з мягкім знакам, то без мягкага. І хіба для таго, як санкцыі пазбегнуць. Ніхто дакладна не ведае, як сапраўды. Другі раз гэта была суддзя Ерохіна, вельмі знакамітая. Здаецца, адна з рэкардсменак па суткам. Без разрешэння Мінгарэспалкома, в спецыяльна непрадназначаным для этих целей месце, пад адкрытым небам, з цэлью публичного выражения своих общественно-политических настроений, провел иное массовое мероприятие. Музыкальное выступление с использованием духового музыкального инструмента. Они даже название не пишут, и звукоусилительной аппаратуры. Як державный бандитизм. Гэта не суд, гэта не ўлада, гэта не чиновники, гэта не правоохоўнікі, гэта не памежнікі, гэта ўсё бандыты у пагонах. Окупанты і гауляйтары.
Самая жесть была ў Жодзіна. Ось гэта, гэта катавальна, гэта концлагер 21-го стагоддзя. І я, значыць, я шмат разоў у шмат якіх інтэрв'ю гэта гаварыў. Я, значыць, абвінавачваю гэтым двух асоб. Гэта начальнік ІЧУ Жодзіна, майор Лагун, які, значыць, 8-го, здаецца, кастрычніка іздаў такое распараджэнне, якое вісела ў камерах. Значыць, он гэтым распараджэннем адным пунктам фактычна ператварыў увесь гэты ізалятар у адзін вялікі карцэр, бо забароняў карыстацца ложкамі ў дзённы час, нават сядзець на іх. І затвердзіў гэта распараджэнне начальнік Жодзінскага там ціраус ці гаус, не памятаю, як он, значыць, падпалкоўнік, здаецца, Трацюк. Вось два прозвішчы. Рэпрэсіі надо зафіксіраваць, што людзі што это было где-то в базе данных, что там человек прошел там, не знаю, окрестина или подвергался пыткам, или был избит, медицинская справка, или там какой-то штраф и так далее. Все это можно задокументировать довольно просто. Да? Сейчас этих механизмов, как бороться с произволом, становится все больше. И универсальная юрисдикция – это одно. Там был московский механизм ОБСЕ, который больше международная позиция. Есть сейчас ООНовская миссия, которая расследует это дело и будет делать отчет. Есть же тот же самый, и он долго работает, она долго работает, спецдокладчик по правам человека ООН, она Исмага. Тихо. Трохі падрамантаваў машыну, заменіў шкло, бо ведаў, што я ў развязі з гэтым строга, там яно трохі трэснутае было, і ўсё, загрузіў сабак і паехаў. Ну, я так вырашыў, я не хацеў да апошняга моманта з'язджаць, але я ў якісьці момант вырашыў, што хутка і па мне прыйдуць, ось, і вырашыў, што все-таки трэба ехаць. Ось, я нікому нічога не сказаў, апрача прадстаўнікоў ось дыяспары, да якіх я звярнуўся з просьбай арганізаваць гуманітарны калідор. Ось, у мяне не было ні візы, нічога у мяне не было, але у мяне быў грузінскі пашпарт. Значыць, які дае права безвізавага в'езда, але з турыстычнымі мэтамі. Тобто я сказаў беларусам, я еду на адпачынак у Калінінградскую вобласць. Яны ў мяне запыталі, як вы Літву плануеце, значыць, праязджаць, я ім дастаю грузінскі пашпарт. Усё. Калі б я, ён ёсць, калі б я ім яго паказаў, беларускі пашпарт, значыць, у мяне там у анамнезе двойчы артыкул 2334. І я не ведаю, бо у мяне весь Фейсбук і Телеграм, ну гэта зоркі і пагоны ўсяму губопіку. Те людзі, которые не могуць возвращацца в Беларусь, они имеют возможность обратиться за упрощенным ВНЖ, или кто-то называет это гуманитарным ВНЖ, конечно, надо обращаться к правозащитным организациям, то есть и их не одна, то есть то это будет Весна, то будет БХК, то будет Human Константа, появилась куча гражданских новых инициатив, волонтеров и так далее, то есть правозащитная сеть в Беларуси, она активная и сильна. Вучоба дала мне права на атрыманне ВНЖ, віда на жыхарства, значыць, зараз на 2 гады. Ось, але я тут буду вучыцца 3 гады, то значыць, мне яго трэба будзе яшчэ працягваць, прадоўжваць. А потым паглядзім, калі я бы хацеў вучыцца і ў музычнай акадэміі, таксама ў акадэміі музыкі і тэатру. І калі я гэта здолею зрабіць, ну там можна прадоўжваць. Аж ясу іж Балтарусіёс. І наогул Беларусь мае быць беларускай. Я хачу вярнуцца ў Беларусь, але залежыць ад таго, якой гэта будзе Беларусь.
Ось. У ту Беларусь, якая зараз, нет, не хочу, бо я... Но мне противные усе гэты совковые, бандитские такие парадки на державном узровне. Я просто... Я занадто свободный человек.